На канале Нелли, и сегодня мы будем, точнее, я вам буду рассказывать про своих рыбок, как я с ними это вот и все такое. Ну и вот, у нас, к сожалению, всего лишь 4 рыбки. Не знаю, ну это плохо, все остальные заболели, сдохли. Ну не знаю, как так случилось, получилось, не знаю. Ну и вот. Теперь мы вот с этим несчастьем живем. И сегодня я вам расскажу, чем они питаются, там лекарства, разная жидкость. Так вот, покажу подробнее аквариум, короче. Потому что постоянно в каждом ролике вы постоянно видите аквариум, 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 аквариум. Ничего я про вам не вам про него ничего не рассказывал. Кошмар-то какой. И вот как-то так. У нас всего лишь 4 рыбки. Это 2 сомика. Один желтый, другой... Вот, видите на кадре, вон он. Блин! Ладно, потом поправлю. Вот я не... Лучше вот так сделать. Вот. Ну вот он. Вон там вот. Нет, это была плохая идея. Вот, вот так будет. Во! Красота. Просто красота, да? Не, ну сейчас я за кадром это убью. Ну так вот, я уже вот, как видите, убрала щапок. Я вот реально, вот видите, убрала. Уже чисто. Почти. Убрала. И... Так вот. Вон там, видите, сомика до сих пор. Улитка уже вот к нам спустилась. Вот, видите, спускается она такая. Странная довольно-таки, да? Ну и вот у нас осталась вот эта одна зеленая леопардовая рыбка. Кто бы мог подумать, что она будет настолько живучая. Она у нас уже прожила, наверное, несколько месяцев. Да, месяцев несколько. Это самая живучая рыбка. Да, она была одна из первых, и она реально была живучей всех. И тут где-то еще, где-то есть один маленький желтенький сомик. Где-то он здесь есть, но не знаю где. И где-то тоже здесь еще есть полосатая мымра. Ну, игла, я ее так назвала. И если я ее вдруг найду, я вам покажу ее вдруг. Корм. Первым делом корм. Чем питаются мои рыбы? Вот чем. Ну вот чем. Ой, нет, это не этим, вот нет. Вот этим кормом. Он, как видите, разноцветный, красивый такой вот. Вы на него пока посмотрите. Вот. Рассмотрите. Все, я уберу. Он вот в такой вот баночке. Вот прям подходит, да? Подходит. Это из рыбы. Это из рыбы. Корм я пробовала. Вы не думайте, что я странненькая. А что? Нужно проверить, что даешь своим животным. Корм безвкусный. Простите за мой голос, я больная. Он... Безвкусный, вообще. Но мои рыбы его очень любят. Это, точнее, не корм, это хлопья для рыб. Вот, да. И теперь вот это мы капаем, когда аквастарт, это мы капаем, чтобы, ну, вода была как бы такая, ну, специальная, как бы. Не знаю, как это сказать, неважно. Вот, короче, вот такая водичка. Вот, вот так вот. Дальше. И еще самая необходимая вещь, это сачок. Вот, сачок. Да, там можно, когда трупик, ну реально, когда кто-то там умирает, мы его вылавливаем, его не в таз.
Вы сейчас услышите, наверное, музыка пошла. Ну да, это такое нормально. Ну и вот. Тогда я буду говорить лучше погромче. А, вот, я нашла желтого сомика. А вот он, чудо-юдо такое. Вот он. Давайте вы на него посмотрите. Вот такой вот он красавчик у нас. Это красавица, я думаю. Давайте тогда попробуем поискать иглу. Ну и вот, когда трупик будет или что-то типа того, мы берем и это вот. Или что-то двинуть там. Вот давайте сейчас я возьму этот вот. И мы будем на поисках. Давай камера фокусируйся. Ты что? Вот, все нормально. Дайте посмотрим вот в кустик. Подвинем. Вот она, видите? Вот она. Она прятаться любит. Вот она. Мы ее накроем, что мы ее... Вон она. Вот. Нет. Вот видели, там была полоса? Вот она. Это ее голова. Такая вот. Такая вот красоточка. Вот я вам рассказала, как это вообще происходит, не происходит. Вот такое вот. О, вот такая вот игла. Она довольно-таки красивая. Она плавать... Нет. Она плавает только на дне. И она любит там в кустик спрятаться, под кустик. Куда-то спрятаться. Она не будет прям вот там на территории, там где все рыбы. Она не будет там плавать. Она будет плавать где-то там в каком-то маленьком, маленьком кусочке. Вот так. Вот такие у меня веселые рыбы. И еще есть лекарство. Мы недавно его купили, чтобы наши рыбы не болели. Сейчас я вам его покажу. И вот оно лекарство. Мы его недавно купили. Я вот достану из пакетика. Сейчас. Вот оно. Вот такое вот лекарство. Мы его еще не пробовали. Здесь будет. Вот так. Здесь крышка и опять крышка. А ну-ка, что тут пишут? Ну, кстати, зеленого цвета. Вот такое. Давайте, вот, давайте за него берем. И еще один обзорчик на вкусняшки. А точнее вкусняшки рашеновские. Ямга мороженки, джус йогурт. Мы их, к сожалению, дегустировать не будем, но попробуем зато. Вот такие звездочки, они кисленькие. Это тоже, кстати, ямга. Вот, вот смотрите, одна из них. Это вот такая вот зелененькая, мягенькая, вкусненькая. Ой, знаете, такие кислые. Вот такие вот. Ну и на этом все. А, еще хотела показать своего нового дракончика. Я его слепила сама. Сама. Честно вам говорю. Слепила сама при сама. Никто даже не помогал. Прикольно, правда? Ну все, на этом пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем гудбай. Не знаю, зачем это сделала, это ради прикола, поняли?